Зимнее плавание и моржевание в Приморском крае всегда было на особом положении и пользовалось большой любовью среди всех слоев населения. С каждым годом все больше жителей Владивостока проверяют себя на прочность и силу духа. Так недавно свой день рождения отметил Центр зимнего плавания «Касатка ДВ». Командой создали этот клуб для того, что раньше здесь существовал клуб «Морж», но он был в запущенном состоянии. Пришлось его снести и построить новый, теплый, просторный, светлый клуб, то есть с раздевалками, с душевыми, там, с туалетами. То есть все было создано для удобства, чтобы люди могли приходить сюда, заниматься, оздоравливаться. По мнению энтузиастов, моржевание стимулирует защитные силы организма, поднимает общий тонус, улучшает сон и аппетит, помогает бороться с преждевременным старением. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь моржеванием и за что его любите? С открытия «Касатки ДВ». Люблю за то, что непередаваемое ощущение контрастности после горячей баньки с венечками, после хорошего прогрева погружаешься в холодную воду и великолепное ощущение, чувства непередаваемые. Моржевать я начал вообще очень давно, все начиналось с банального крещения. Ну, мне это стало нравиться. И потихонечку я узнал, что есть федерация. И еще до касатки я ходил просто. А когда появилась касатка, прям с основания ее начал заниматься. Я занимаюсь именно моржеванием. Второй год начался только, то есть год и два месяца. Пришел сюда я почти два года назад, 24 ноября. А люблю я его за заряд энергии, позитива, силы, бодрости, уверенности, здоровья, конечно же. Третий месяц занимаюсь моржеванием. Меня привел мой друг. Я спортсмен и изучать люблю. И моржевание – это классно, это здоровье, это красота, это дофамин, гормон счастья, это борьба с самим собой. Поэтому это всегда классно. Моржеванием я стала заниматься 4 года назад. Занырнула в Патрокли 4 января и я его полюбила сразу, потому что такой прилив энергии, столько адреналина. Во-первых, ты не болеешь простудными заболеваниями. Я всем рекомендую заниматься моржеванием. Также на базе центра ежегодно проводятся соревнования по зимнему плаванию. Команда Приморского края считается одной из сильнейших в России. А заняться данным видом спорта может практически каждый. В «Касатка ДВ» новичкам проведут мастер-классы, психологическую подготовку, подберут оптимальный график увеличения холодовых нагрузок. На ваш взгляд, что нужно для того, чтобы достичь успеха в зимнем плавании? Желание и все, больше ничего. Потому что зимнее плавание, оно дает возможность. Допустим, пловцу в бассейне в простом не получается показать результат. Да. Очень много пловцов перешли в зимнее плавание, нашли себя здесь. Таким образом, центр зимнего плавания «Касатка ДВ» стал уже местом притяжения, куда хочется вернуться и заниматься плаванием, зимним плаванием, закаливанием и моржеванием. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на восьмом.